Президент Украины Петр Порошенко предложит Совету национальной безопасности и обороны конфисковывать уголь, добытый на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила представитель главы государства Верховной Раде Ирина Луценко. Президент сказал, что на Совете нацбезопасности следующий вопрос, который он будет выносить, о возможной конфискации угля, который сейчас отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского или другого угля намереваются продавать в Украине. При этом Луценко отметила, что каждая марка угля, добытого в каждом отдельном регионе, имеет свой сертификат, в котором прописаны его свойства. Новую инициативу президента Украины уже прокомментировал глава ДНР Александр Захарченко. По его мнению, заявление Порошенко о конфискации угля Донбасса – это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на республику.